Ура! Начинается! Продолжаем наши разговоры о детских болезнях. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, доктор! Вот очень много у нас спрашивают про слова. Вот есть такие распространенные сокращения ОРЗ и ОРВИ. И наши зрители спрашивают, а какая разница? Да. ОРЗ, ОРВИ – это вообще синонимы? Объясняем, расшифровываем. Итак, ОРЗ – острое респираторное заболевание. Ну, два слова вроде как понятны, да? Острое, то есть внезапно возникшее. Ну, и заболевание тоже вроде как понятно. А что значит респираторное? Вот это интересно. Я понял. Респираторный – значит, имеющий отношение к дыханию, к дыхательным путям. То есть любая остро возникшая болезнь в дыхательных путях будет ОРЗ. Заметано. А болезни, которые остро возникают в дыхательных путях, могут быть самыми-самыми разными. Например, это может быть вирусная инфекция, грипп. Грипп – это ОРЗ? Конечно, ОРЗ. Например, у вас аллергия на соседского кота. Вы пообнимались с этим самым котом, и у вашего ребенка или у вас жуткий насморк. Это острое респираторное заболевание. Или ангина, бактериальная инфекция, вызванная стрептококком, и она тоже возникла в дыхательных путях. То есть на самом деле ОРЗ – это некий медицинский термин, объединяющий огромное количество самых разнообразных болезней. Болезней с принципиально различными способами лечения. Объединяет эти болезни только одно – они затрагивают дыхательные пути. Оно как! Поэтому никто не ставит диагноз ОРЗ. Это просто медицинский термин, говорящий о том, что у вас что-то с дыхательными путями. А вот острая респираторная вирусная инфекция, тут все очень конкретно и понятно. Это острая болезнь, вызвали которую вирусы. И эти вирусы поразили дыхательные пути. Ого! Фу, гадость! И здесь абсолютно все ясно. И как поставить диагноз, и как болезнь избежать, и как ее лечить. Именно поэтому врачи не ставят диагноз ОРЗ. А я-то думал. Слово ОРЗ могут употреблять журналисты или главные врачи. А настоящие врачи ставят конкретные диагнозы. Например, острая респираторная вирусная инфекция или ОРВИ. Спасибо, доктор! Дорогие друзья, прекрасно иметь дело с адекватными здравомыслящими родителями. Подписывайтесь на наш канал.